Приезжает у нас Алексей Дозеев, выпускник автотракторного факультета ЮРГУ. Я сразу же быстро убегаю и вам советую не высовываться на трассу. Алексей, давай играть в обратите внимание на его правое заднее крыло. Оно было год назад разбито. Вот об этом металлические столбики. Серег, подожди, я сейчас иду, аккуратно. А, вон, блин. Лёха, все нормально? Так, подождите. Вы там у нас накатались уже? О, да. Давайте уже на дрифт такси на платное перейдем, потому что многие хотят покататься. Денис, тут педагогия, трасса, голоса вам полтиннику. Один у нас уже накатался, соответственно. Если есть желающие, подходите, выбирайте себе водителя. 100 рублей наличка отдаете, садитесь. 2 минуты на минутку покатались немножечко. И потом следующий. Ты желающий? Все, наличку приготовь по 100 рублей пилоту. Так сказать, на восстановление автомобиля, на бензин. Ну и самое главное, на покрышки. Иначе какой дрифт, если у нас не будет покрышек? Там пиздец. Самое главное, аккуратно, Денис. Шестерка, что? Все? Да что-то все. Так, и самое главное, деньги не забывайте оставлять пилотов по 100 рублей. Все.
Все. Все в курсе, да, ребят? 100 рублей. То есть деньги идут не организаторам, деньги идут на восстановление автомобиля, на резину, чтобы могли радоваться и кататься в следующий раз. Только две они, вот две подвижки у тебя.